Благодаря его золотым рукам на свет появились тысячи детей Чуваши. Его любовь к профессии спасла многие жизни. Его считают очень добрым и ответственным. Он в двух домах слывет как главный в родильном и родимом. Но для его подруги славной, где он главнее, не все равно. Вот это было связано как раз тем, что он действительно родильный дом был ее вторым родным домом. В следующем выпуске программы «100 лет столицы» кандидат медицинских наук, заслуженный врач Чувашской республики Драндрев Геннадий Леонидович. Премьеру передачи смотрите 28 ноября в 20:45.